Здравствуйте, в эфире ДПС на ОТС. Меня зовут Анастасия Бойко, и начнем выпуск с обзора наиболее актуальных тем. Докатался. Пьяный автомобилист решил скрыться от экипажа, но машина опрокинулась в кювет. На месте гибели пожилой женщины появятся яркие фонари. Когда? Без паники. Цена на шоферскую комиссию останется прежней. По традиции начинаем с аварийной сводки. За прошедшие сутки в Новосибирской области обошлось без погибших. Мужчина шел по дороге в частном секторе, его не заметил водитель «Тойоты», который отвлекся от управления. Транспорт сбил пешехода. Мужчина упал и сломал бедро, пострадавшего пришлось госпитализировать. Очевидцы этого ДТП рассказали. Владелец «Лексуса» нарушил правила, выехал на полосу для общественного транспорта. Видимо, автомобилист настолько спешил, что не заметил троллейбус, стоящий на остановке. Седан протаранил транспорт, пострадавших нет. По одной из версий, собственник «Тойоты» неверно выбрал дистанцию, поэтому не успел остановиться перед попуткой. Легковушка врезалась в грузовой «Исудзу». Автолюбитель на «Лексусе» поздно среагировал на столкновение, а также не успел остановиться. Помощь врачей не потребовалась. Ремонт машин оплатит страховая компания виновника ДТП. В ГИБДД рассказали, инспекторы издалека заметили подозрительного автомобилиста на «Хонде». Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался ретироваться. Во время погони мужчина не справился с управлением. «Хонда» съехала во враг. Проходить тест на трезвость лихач отказался. Свидетели этой аварии пояснили, шофер пассажирской «Газели» подрезал «Тойоту». Автомобилист за рулем «Короллы» попытался уйти от столкновения, поэтому резко выкрутил руль. Иномарка врезалась в отбойник, а водитель маршрутки поспешил уехать. Пострадавших нет. Собственник «Колдины» неверно выбрал дистанцию, поэтому не успел остановиться перед попуткой. Легковушка врезалась в «Ниссан». Информация о пострадавших также не поступала. На участке дороги от Академгородка до Кольцова появится освещение. Фонари решили установить после аварии, в которой погибла бабушка. Правда, их оборудуют только рядом с остановками, но это предварительная версия. Точное решение власти примут 1 декабря, когда окончательно проанализируют состояние улично-дорожной сети в этом районе. Напомню, 75-летняя женщина попала под колеса авто в начале месяца. Медики 4 часа пытались реанимировать пенсионерку, но безуспешно. Эксперты выяснили, причиной аварии стало отсутствие освещения. Водитель не мог увидеть даму и предотвратить трагедию. Кстати, на проспекте Академика Лаврентьева, к примеру, светофор поставили также после смертельной аварии. Там погиб 15-летний мальчик. Также новые светофорные опоры появятся в Октябрьском районе Новосибирска. Оказалось, что собственник дороги на улице Дубравы должен был установить освещение по ГОСТу, но не сделал этого в срок. Тогда в прокуратуре подали судебный иск. Фемида постановила, в течение 6 месяцев мэрия обязана установить фонари на участке от дома 9А на улице Левый берег Плющихи до 10-го дома на улице Дубравы, иначе придется платить штраф. «Это чушь какая-то», — сказал президент про удорожание водительских справок. Столичный Минздрав тут же передумал вводить новый порядок медосмотра, якобы, цитирую, «в связи с обеспокоенностью граждан». В итоге пока все остается по-прежнему, и цена шоферской комиссии не увеличится. Напомню, последние 3 дня в Новосибирске и других городах вырос спрос на получение медицинских справок. Люди, опасаясь скачка цен, старались попасть на прием к наркологу до 22 ноября. Иначе пришлось бы отдавать за документ не 2000, а 8. Водители стояли в очередях по 10 и 12 часов. В Казани один из мужчин не выдержал стресса и умер прямо рядом с регистратурой. Резкое увеличение стоимости объяснили необходимостью сдавать дополнительные анализы на хронический алкоголизм и содержание наркотических веществ. Эти заболевания можно выявить только на сверхсовременном дорогом оборудовании. Причем импортном. Несчастный случай или попытка обмануть страховую компанию. Неоднозначная ситуация произошла в центральном районе Новосибирска. Собственник рейндж-ровера рассказал в социальных сетях, из-за работника коммунальной службы пострадал его автомобиль. Рабочий чистил крышу одного из домов на Народной. Мужчина не убедился, что поблизости нет машин. И снег упал прямо на иномарку и разбил заднее стекло. По словам автомобилиста, в управляющей компании заявили, что водитель сам разбил свою машину. Пользователи социальных сетей разделились на 2 лагеря. Одни встали на сторону водителя, уверяя, что коммунальщик должен был убедиться в безопасности работ. А другие обвиняют автолюбителя в незаконной попытке получить страховую выплату. Трассу Иртыш расширят, сделают 3 развязки, 2 путепровода и мост. Сейчас владелец дороги работает над проектом реконструкции. Но начать масштабное строительство смогут не раньше 2023 года.
Работы намерены развернуть на участке от Северного обхода до Толмачевского шоссе. В общей сложности приведут в порядок 20 километров трассы. Она станет не двух, а четырехполосной за городом, а на въездах в мегаполис может появиться даже 6 автомобильных линий. Возможно, перед выездом из порта на станционную возведут трехуровневую развязку. Тогда водителям будет проще попадать на шоссе и проспект Мажорина. Также в планах построить мост через реку Чик. В результате пропускная способность РТШ вырастет до 14 тысяч машин в сутки. Проект представят к обсуждению в марте следующего года. В Госдуме предложили разрешить водителям наличных авто передвигаться по выделенным полосам. Правда, такое право будут иметь только владельцы электромобилей. Таким образом, чиновники решили стимулировать автолюбителей покупать экологически чистый транспорт. Напомню, сейчас выделенные полосы предназначены для общественного транспорта. Штраф за нарушение — 1500 рублей. Кстати, проехать по выделенке могут и водители такси, но только при условии, что у них есть лицензия на извоз. К другим темам. В Северном районе появятся новые автобусы. 4 пазика уже купили в рамках госпрограммы. Сейчас их оборудуют системой ГЛОНАСС и тахографами. Билет будет стоить 22 рубля, а для льготников бесплатно. Автобусы начнут курсировать по улицам Ленина, Октябрьская и Советская. Таким образом, жители села смогут без пересадок доехать до другого конца населенного пункта. Отмечу, на приобретение транспорта власти потратили почти 7 миллионов рублей. В салонах предусмотрены по 4 печки, а это значит, что пассажиры не замерзнут. Мурана Pathfinder Infiniti QX60 нужно срочно проверить в сервисе. Есть риск утечки тормозной жидкости. Автопроизводитель объявил начало отзывной кампании. Она коснется 450 тысяч машин указанных модификаций. Этот дефект может привести к возгоранию автомобиля, ведь жидкость вытекает на плату управления. Не исключено замыкание. Уже зафиксировано 5 случаев. Правда, большая часть Ниссанов находится в Америке, но примерно 20% попали и в Россию. В ближайшее время концерн оповестит о проблеме дилеров, а те будут обзванивать владельцев джипов. Чтобы оперативно узнать, попадает ли под отзыв ваша иномарка, можно зайти на сайт Росстандарта. Там указаны ВИН-коды всех неисправных авто. Ремонт делают бесплатно. Далее в выпуске рубрика «Две беды». В ней кадры ДТП, которые попали в объективы видеорегистраторов. На этом пока все. Не забывайте присылать свои истории и вопросы на почту. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на ОТС. Сколько бы лошадок не было под капотом вашей машины, всегда хочется большего. Защитно-восстановительные составы «Рестарт» повышают мощность мотора и защищают от износа. Хочешь делать мощный старт? Заливай в мотор «Рестарт». zvs-restart.ru